Сидящим в заключении пакистанским христианам службы государственного прокурора была обещана амнистия, если они откажутся от своей веры и обратятся в ислам, передает Благовесть.Инфо. 42 христианина в Лахоре были арестованы по обвинению в убийстве в рамках следственного дела о линчевании двух человек, которые, как полагают, были причастны к организации взрывов, произведенных террористами-смертниками в двух христианских храмах в марте 2015 года. Предложение об амнистии в обмен на вероотступничество было сделано им заместителем окружного государственного прокурора. В ответ все христиане смолчали, а один сказал, что скорее пойдет на виселицу, чем откажется от веры Христовой. Адвокат Назием Аджум, выступающий в защиту некоторых из обвиняемых, сказал, что недостойное предложение заместителя прокурора – это форма шантажа, и подобные методы работы прокуратуры подрывают авторитет государства.